Не испугаться мороза и отправиться купаться в ледяную воду. На такое в ночь на 19 января решили сразу несколько тысяч жителей Ульяновской области. По официальным данным областного управления МЧС, 26 тысяч человек пришло к источникам и 12 тысяч окунулись в проруби. В Ульяновске для купания было отведено 9 мест. И традиционно одно из самых массовых – это Иордания возле автомеханического техникума, а если быть точнее, около Духа Сошественского храма. Здесь уже много лет подряд купание предшествует уникальный для Ульяновска крестный ход. Крещенская ночь около Духа Сошественского храма традиционно начинается с огненного крестного хода. Сейчас сотни верующих пройдут вокруг храма и потом отправятся купаться в Иордане. К моменту, когда шествие подошло к Свояге, на берегу столпились сотни людей. По словам представителей МЧС, самые нетерпеливые уже успели искупаться до освящения купелей. Но все-таки большая часть ждала момента, когда над водой прочитают молитву. По словам отца Владимира, купание в святой воде в крещенскую ночь для верующего человека, пожалуй, самая доступная возможность прикоснуться к Божьей благодати. Мы тоже освящаем воду для того, чтобы сделать благодать Божью очень доступной людям. Потому что причаститься не всякий может, потому что нужно поститься, нужно прийти там молиться и все. А вот благодать Святого Духа, которая находится в святой воде, она доступна каждому. В помощь купающимся в этом году была и погода. За несколько дней до крещения в Ульяновской области стояли морозы, благодаря которым лед стал оптимальной толщины для массовых купаний. А в саму ночь температура поднялась примерно до минус 5 градусов. Кто-то пошутил на этот счет, что в этом году на льду было даже жарко. Тех, у кого опыт крещенских купаний уже имелся, было немало. Который раз вы купались? Третий. Как вам? Вода отличная, атмосфера тоже приятная. Почему когда-то решили идти купаться на крещение? Не знаю, как-то с родителями все время ходили, все хотелось попробовать и решилось, что пора. Хватало на Иордане новичков, но практически все они не испугались холодной воды. Хотя кому-то и потребовалась помощь спасателей, стоявших возле купелей. Но главное, что люди смогли получить то, что хотели – благодать и очищение. Игорь Улитин, Юрий Коникин, Ульяновская правда.